И доброго времени суток всем любителям садов и огородов, и просто садовникам, а также прочим людям и вообще, короче, подписчикам канала. Все, что-то я заговариваюсь. С вами вновь Антон, ну или же просто Ичи, растения против зомби, и мы продолжаем. Итак, давайте посадим сразу подсолнух, дабы у нас шел набор солнечной энергии. Чтобы у нас происходил процесс фотосинтеза. Отлично, отлично. Сейчас уже волна пошла, конечно. Что не очень отлично. Ну, мы ставим тогда мину для начала. Мины, благо, дешевые. И пока что успеет она восстановиться. Да и, я думаю, успеет прорасти. Также мы уже сразу сюда горохомет замутим. Куда ж без этого. Еще подсолнух мутим. Все мы мутим, короче. Мутные люди. Да, если что-то хрустит в микрофоне, вы не обращайте внимания. Это не у вас, это у меня сейчас морковка. Я уж извиняюсь, но... Куда ж без поедания овощей во время игры в растения против зомби? Согласитесь. Самое то. Так. Еще. Снабжаем свою оборону горохом, как говорится. Куда ж без гороха? Так, нет. Нет. Можно отменить, да. Не хочу я пока подсолнух больше. В принципе, выработки того гороха, который есть, должно мне хватать, по идее. Так, отлично. Блин, интересно, как вот эта штука работает? Надо такие ее будет поставить и узнать. Так, ам. Ага. Интересно, но она пока переварит, тоже время нужно, явно. Так, сюда я тогда еще поставим мину, пожалуй. Штука интересная, но время требуется ей. Ясненько, ясненько. Так. Оу, это ж в крепком таком защите. Я только сейчас внимание обратил на этого гаврика. Да. Серьезный парень, серьезный. Очень серьезный. Блин, он начинает мой горохомет съедать. Черт, он так и дойдет сейчас ведь. Что нехорошо. Блин. Он прошел. Да. Первые фейлы начинаются, я смотрю, у меня. Так, ну надеюсь, что ничего страшного не будет, и мы разом не проиграем. Так. Убираем тогда этого. Ага, не восстанавливается, ясно. Так, ладно. Что у нас тут где? Надо внимательно быть. Новые типы зомби. Серьезные ребята. Так, сюда. Генту поставим тогда штуку. О, сейчас попрет-то. Ох, сейчас попрет, я чую. А у меня-то толком и оборона-то не выстроена. Блин. Это серьезно. Это проблемно. Так, нужно на вишенку копить явно. Давай, давай, давай. Давай, нужно взорвать. Вишенка, вишенка, бам! Отлично. Так. Мину вставлю. Больше мин. Больше мин. Как звучит-то? Прям как имя какое-то. О, новое растение. Улучшенный горохомет, я так понимаю, или что? Репитер. Фарес ту пирс. Видимо, да. Видимо, новый, улучшенный. Хорошо. Значит, этот, конечно, более дешевый, а этот более дорогой. Так, тогда что мы сделаем? Дайте ко мне подумать. По-любому понадобятся вот эти штуки. Я так думаю, репитер нам тоже понадобится.
Это, в принципе, вещь мне тоже понравилась, как и этот. Для сдерживания возьмем тогда вот эту штучку. Ну и бомба однозначно нужна. Так, семена мы взяли. Все мы взяли, что могли. Хорошо, сажаем растения. Сажаем подсолнухи. Чем больше у нас будет подсолнухов, тем лучше, естественно. Так. Ага. Пошла первая волна, пошла жара. Так, нет. Где-нибудь вот так. Пока что будем держать оборону с помощью мин, насколько это возможно. Сюда поставим этого. Орешек. Буду тогда орешком назвать, но вроде как это орех и есть. Сразу опять же говорю, даже если в предыдущих сериях мы уже разобрали, что это, например, реально орех или что-то другое, то серии я-то пишу эти наперед коротенькие. Так что уж извиняйте, если что. Кстати, интересно, а сколько в этой игре уровней? Я что-то как-то не задумывался об этом. Да. Так. Тяк-тяк-тяк. Хорошо, ставим репитер. Ага. Ясно. Ясно. Так. Давайте посадим еще сюда вот эту штуку. Так. Нужно их, в общем, сейчас нам ставить поболее. Эти репитеры. Даже, наверное, еще понадобятся подсолнухи. Я так понимаю. Сюда мы замутим вообще вот эту амкалку. Так, мину. Вот сюда. Вот так. Хорошо, хорошо. Давай, давай, давай. Так, сюда опять же подсолнух. Чем больше у нас будет вырабатываться энергии, чем быстрее она будет вырабатываться, даже так скажу, тем, естественно, лучше. Так. Хорошо, хорошо, хорошо. Этот проскачет. Так. Давай, энергия, энергия, энергия. Что там у нас еще? Энергия. Вот сюда репитер этот. Горохомет, в общем. Так, 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 так. Давай, давай, давай. Пау! Сейчас рванет, нет? Не рвануло, блин. Беда, печаль. Беда, печаль. Нужно наращивать мощь, нужно наращивать мощь. Вот сюда. Блин. Посадил прям под этого, ну ладно. Текс, 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 текс. Давай, давай, давай. Нужно еще верхние линии прикрыть, поскольку сверху у нас-то ничего, считайте, и нету толком дельного. Так, отлично. Берем, берем, берем. Ага. Так, вырабатывается энергия, вырабатывается. Шикарно, шикарно, давайте. Сюда мину замутим. Ага. У нас замедляющих-то нету, да? Ну да, я не брал в этот раз замедляющие растения. Ничего страшного, ничего страшного. Так. Берем такие. Так и берем. И сюда. Но это по-любому штука, я думаю, слопает. Она хороша. Хоть и на один раз, но зато слопала и все разом убрала. Ага. Так, сюда еще мину засадим. Вот так вот. Здесь тоже репитер. По этой линии вообще не пройти. Такой жесткий горохомет устраивается.
Так. А, вот тут у нас, конечно, проблемное место. Пожалуй, нужно вот эту штучку замутить. Так. Сюда горох опять-таки засадим. Все засадим горохом. Ох, гороховые плантации-то у нас. Ой, мы газами-то натравим потом недругов наших. Ну, как бы горох, все дела. Да. Все, кажись. А нет, еще не конец, надо же. Еще не конец. Не конец еще это. Так, сюда вот эту поставим штучку. Ага. А, может это земляной орех какой-нибудь, я не знаю, как его там. Ай, забыл название. Трюфель, во. Хотя не похоже на трюфель, но не знаю. Ладно. Так. Вот. Ам. Тикс. Вот так. Эйк. Все? А, не, последняя волна, да, пошла. Вот так. Да, финальная волна. Хорошо, давайте, давайте тогда. Ага, сюда еще замутим. Ам. Отлично, блин, вот тут не хватает. Ну, сейчас будет. Тут защитка тоже дополнительная. Давай, давай. Вот. Поставим сюда горохомет тоже. Угу. Тик-тик-тик. Ну, я думаю, чем дальше, тем на самом деле будет сложнее. Потому что это ж начало только, по идее-то. Так. Что это мы получили? Интересно мне. А, привет. А, we are about to... Приглашаем тебя на, короче говоря, пикник. Вне атаки на твой дом, что-то там. Короче, письмо от зомби. Хорошо, следующий уровень. Оу, ептеть, колотить. Охренеть. Эй, подождите. А, все, понял. Ой. Все, оно вот так работает, ясно. Ясно, ясно. Ладно. Вау. Так. Урон-то она, наверное, ему не наносит. Ну вот так сделаем. А, не, походу, все-таки наносит урон, но это хорошо. Так. Я знаю, что я поторопился, ну а с другой стороны, да, я поторопился. Ладно. Так. Пам! Блин, далековато посадил. Ну ладно, бывает. Не ожидал немножко, что такая канитель будет тут. Так, 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 так. Сейчас все будет у нас тут в горохе. Все будет в ажуре. Все будет вообще во всяких штуках. Так. Бам. Шикарно, шикарно. Так. Сюда тоже. О, такой шквал гороховый. Гороховый шквал. Звучит. Ай, да. Ладно. Так. Бам. Так. Так.
Все. Я прибережем сейчас. И ну же, ну же, ну же, ну же. Посмотрите, какой шикарный, вот реально такой артобстрел горохом. Гороховая артиллерия. Не, меня эта игра умиляет. Просто вроде ничего такого сверхзамечательного. Ну, черт возьми, интересно. Так. Эх, ага. Так по-любому сейчас сляжет. Так, еще делаем. Бам! Все, засадим горох. Блин, у нас практически уже все тут и засажено, собственно. Этим самым горохом, да прочими вещами интересными. Так. Да. Охренеть. Просто вот все усеяно. Все. Хрен пройдешь, как говорится. При всем желании. Так. Тю. Отлично. Ну, давайте. Есть еще кто? Давайте, давайте, давайте. О, ачивку даже какую-то получили. Надо же. Забавно. И мы открыли очередное растение. Что это? Что? Грибок какой-то? Причем за ноль. Пуф. Шрум. Shoot start ranged spores and the... А, какими-то спорами выстреливает. Интересно. Интересно. О, ночью теперь. Ага. Вечера, Ичи. Ну, привет. Вечера, вечера. Так, а что там у нас? The zombie is just known... Ага. Битва ночная, в общем, битва. Отличается явно от дневной. А, ну да. Все логично, кстати говоря. Ночные миссии, они ведь сложнее, чем дневные. Потому что солнца-то нету, мы не сможем набирать, да? You can still get sun from sunflower. Ага. Ясно. Но это он намекает на то, что как раз подсолнухи, судя по всему, или что-то такое нам понадобится. О, тут новенький с газеткой. Но, ребят, давайте продолжу уже следующей серии, поскольку элементарно времечко, как я и говорил, 15-20 минут, где-то так. Вот, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. И всех вам благ, удачи и пока!